1 мая всех. Мирный май. Всем привет. У нас сегодня 1 мая 22 года. И у нас сегодня в бане Ковеляче. Здесь небольшая ярмарка цветов. И я решил немножко заснять видео. Ну, как это здесь происходит. Давайте посмотрим. Сувениры, магнитики. Сувениры из бани, из Сербии. Я просто забыл, как это делают. Раньше в парках не делали. Запах такой, да? Короче, вот такой интересный процесс. Ну, только один. Хвала вам. Довольны? С детства не ела, да. Ладно, пошли дальше. Ярмарку цветов смотреть. Ну, всякие детские сувениры. Ну-ка, покажи, как ты это ешь. Короче, вот она. Хочешь ты этот кустик? Ну, пальцем-то не тыкай. Я понял тебя. Хотеть не вредно. Я же тебе не запрещаю хотеть. Хоти. Короче, туи. Такая ярмарка. Вот, тут, пожалуйста, тебе напитки хочешь. Всякие разные. Это все натуральная природа. Гачи-то магазин. Натурпродукт. Свечки. Глиняные. Вязаные вещи, видишь? Ну, конечно, если они связаны. Из бетона сделано. Не знаю.
Внутри из бетона под дерево сделано. Это делается из силикона формы и заливают. Знам. Я прочитал. Знам. Пала. На интернету глядал, как управят. Пала. Почти айфон он сделали сбоку. Да, он дырка виски по айфону. Я вот. Во. Какие-то странные носы. О, пойдем вон туда, наверное. Еще сувениры, детские игрушки. Все, что хочешь, хочешь. Я так понял, 150 динар на машину. Маленькие рамки, как на швейцарских номерах. Номера маленькие на машинах. Сувениры, магниты, украшения. Все, что хочешь. О. Сибирские сувениры бы такие, да, теплые. О, национальные костюмы, да? Почему? Ну там таймер. Если есть клиенты, он поедет раньше. Мед, извозка, все. Прополисы. О, эти леденцы, мед, еще мед, природная косметика, так. Баночки. А? А мы идем вон туда к фонтану сейчас. Вот какой отдельчик неплохой, да? Жалко, мы не пьем. Да, белая куртка. Корзинки плетеные. Там одежда, здесь опять попкорн. Идем к фонтану. Давно мы здесь не были, что-то некогда. Смотри, как круто. Что так вдоль дорожки красиво сделано. Прям как в Сочи. Тут даже электрички ходят.
гуляем по бане, отвлеклись маленько от выставки цветов. Здесь вот экскурсии проходят, рассказывают историю бани. Спасибо.